Подвальские террасы. Самая вершина, видимо, самой высокой точкой. Огромные бегают, которых называют байбаки. Я видел ужика, зеленую ящерицу. Байбак, может быть, сфотографировал. Но наша группа как растянулась. Вообще классное место. Где же там болеть-то? Да, сюда бы на целый день. Бродить. Великолепное место. Заповедник, между прочим. Ну как они роют. Ну такие камни выковыривают. Эти суслики вообще злодеи. Такие здоровые. И камни вообще здоровенные. Роют всю эту гору. Вся, наверное, в этих норах. Узнал сегодня, что средневековое название Волги — это Итель или Итель. Итель. Вот так. Все.